говорит и показывает Италия. Это город Пиза. Это третьи заключительные «Газпром» тренировочные сборы. И это «Зенит Интер». Вообще очень интересный сезон будет для серии А. Такой же интересный, как Финт Ригони. Сейчас Ригони здорово навешивает. И Дзюба. Ох, мне кажется, Артем не поверил в то, что мяч пройдет. И показывает Дзюба, что игра рукой была. Но на самом деле Лучано Спалетти тогда просто сыпал предсказаниями. В том числе он сказал, что однажды Симак станет тренером сборной России. Он не уточнял, каким. И Симак в итоге поехал на чемпионат мира в Бразилию. Вот чувствовал я, что надо заканчивать эту историю как можно быстрее. Не по-товарищески сейчас Гильярдини, кажется, поступил, потому что... Такое не берет. Это какой-то очень красивый удар, да. И 1-0, Интер выходит вперед. Конечно, никаких вопросов. Это завтра 4-3. Это Кондрево, конечно, забил, да. Антонио Кондрево. По его красивым оранжевым бутсам можно узнать. Чано Спалетти, как всегда, он задумчив, а Александр Ньюков бросает далеко на Дзюбу, сброс на Дриуси, да. Нужно бить! Кристиан Сдуба! Браво! 1-1. Ну, прекрасно получилось. Становится веселее. Да. И Артем Дзюба говорит, ну вот так, ребята, да. Был ли сейчас фирменный вам? Сергей Богданович тоже задумчиво смотрит на все на это. Но действительно классно разобрались. Ханданович даже не отреагировал. Настолько мощный и прекрасный получился удар. И Дзюба какой-то хохолок. Ну и два таких забитых мяча у нас очень хороших получается. Да, смотри, в касание как надо. И, ну, Ханданович просто не видел, потому что перед ним там стояло сразу 5 человек. Но как Кристиан попал? Вентус хорош, да и Интер тоже, в общем, сколько звезд в составе, сколько сильных команд. Борха Валера очень опасно открывается, да, и с у него... Нет, здорово. Браво, Миха Мевля. Миха Мевля. Угловой все-таки будет. Мяч вышел за лицевой. Пока мы обсуждали то, как серия собирается захватывать мир, Интер шедеврально вышел из-под прессинга, который «Зенит» тоже неплохо показывал. Что сегодняшняя трансляция проходит при поддержке компании «Газпром Швейцария». 1xBet, ох, ничего себе. Вот здесь проваливаемся мы очень сильно. Да уж. Нет. Везет нам в этом эпизоде. Что показывает арбитр? 11 метров. Ну, слушайте, сейчас будем смотреть повтор и разбираться. Но не было у меня ощущения, что там какой-то такой фол-не-фол, не знаю. Любопытно, что во втором матче подряд с итальянскими командами мы получаем 11-метровый удар в свои ворота. И не то, чтобы такой стопроцентный, но давайте посмотрим. Ну, во-первых, конечно, да, это... Ну, слушай, Мевля потрогал Борху Валера за плечо. Давай вот сейчас этот повтор еще посмотрим. Может быть, здесь разберемся? Да ну нет. Ой, ну это несерьезно, да. Который в первом тайме не запомнился примерно ничем. Икарди или Лунёв, Лунёв или Икарди. Это интересное противостояние, доселе невиданное, я бы сказал. Разбегаемся и переигрывает Мауро Икарди Андрея Лунёва. Лунёв завалился не в тот угол, но сохранимся на том, что этого 11-метрового, конечно, не должно было быть. Потому что арбитр, на мой вкус, допустил сейчас серьезную ошибку, методическую, но Мевля просто за плечо Валера потрогал. Я не знаю, можно ли это хоть в какой-то ситуации трактовать как фол. А так еще 2-1 до того, как она происходит. И у Интера тоже, я смотрю, появляется, ну, во-первых, Ранокки, человек с фамилией, которая, наверное, больше других на слуху из тех, кто на скамейке сидит. Во-вторых, появляется Мартинес, 10-й номер, а у нас... Штевральные голы сегодня залетают у нас! Роберт Мак, слушай... Рекламируем не зря, как говорится. Да, да, это похоже, знаешь, на что? Это похоже на гол Аршавина Байеру, если мне память не изменяет. Но там немного другая ситуация была, но он любил вот такие вот штуки делать. Но это похоже еще на гол Роберта Мака, который он забил буквально 2 недели назад в ворота московского «Динамо». Было очень близко, и тоже в ближний угол. Абсолютно. Ты посмотри, как на спокойном, и Ханданович над плечиком, он так успел им как-то чуть-чуть шевельнуть в сторону мяча, но это было бесполезно. Когда так бьют, еще и от штанги, тут уже ничего не сделаешь. Вау! И есть здесь варианты. Есть Далер Кузяев, есть Эрнани, именно бразильцу передачи следует... Пушка! Да ладно! Да ну нет, этого не может быть! Эрнани показывает, что просто на спокойном, знаешь, это все сделал. Но слушай, на спокойном такие вещи не делаются. Что за мяч? Мне кажется, что мяч магнитится к этой части перекладины, потому что туда же пробивал Роберт Мак, и это шедевр. Да, Ханданович, мне кажется, сегодня спокойно-то не уснет. Ну, мощнейший. Давай смотреть, как это... мы смотрим. Эрнани, конечно, оказался в очень правильной ситуации. Интер тем временем правым флангом атакует, своим левым. Кондрево. Ой. Мартинес, 3-3, да. Сегодня в Пизе. Ну, как ты знаешь, защитники сейчас постояли, посмотрели, как мяч там скачет, и Мартинес с 2 метров пробивал. И Андрей Лунёв совершенно справедливо высказал. Лучано Спалетти даже не смотрит на поле, он общается с Доминикини, своим помощником, который тоже в «Зените» работал. Да и Мартинес, в общем, так радуется довольно сдержанно. Слушай, ну, пошла жаришка. А, ну да, Мевля опять на него выскакивал и не, не,
получилось. А «Зенит» и «Интер» сыграли в ничью 3-3. И это дает нам вот хорошее основание. Ради этого сегодня мы хотя бы собрались.